Прошла замечательно, я получил массу позитивных эмоций, увидел много людей, услышал от них много добрых слов, помог многим людям. Ну, то есть это радует меня. Это классная акция, которая проходит уже в четвертый год на территории Новосибирской области. Для студенчества, как раз в зимний период, это одна из главных акций. Именно снежный сезон в зимнее время масштабирует и организует работу студенческих отрядов. Это не просто трудовые отряды, это работа именно весь комплекс жизни. Это и спортивные направления, это и творческое направление, это большое количество позитивных эмоций, которые ребята сами для себя организуют.